Всем привет! Всех поздравляю с Новым годом, ну, наверное, уже с наступившим. В сегодняшнем видеоролике решил я заснять, как буду отмечать Новый год. Стоит такая вот праздничная атмосфера. Вот таким вот образом будет еще лучше. Вот, сегодня, значит, наш новогодний стол будет состоять из весьма небогатого набора блюд. По традиции давно у меня стало так, вот это бутерброды с красной икрой, оливье и сегодня вот такой вот осетр. Ну, осетр появился спонтанно, сегодня решение было принято так, как мы не успели своевременно купить мясо для холодца. Осетра мне пришлось готовить сегодня впервые, я это сделал, исходя из множества рецептов в ютубе, которые увидел, выявил свой средненький. И вот так вот, запеченный с картофелем, получился. Ну, это, конечно, не осетр, а стерлядь. Ну, можно я буду называть осетр, потому что так как-то круче. Бутылочка вискарика 12-летнего односолодового была приобретена исключительно лишь из-за того, что на нее распространялась 40% скидка. В общем, сегодня я вам покажу, как я отметил новый 2018 год. Ну, в общем, сели мы праздновать в этом году в 21:15. Через часик-полтора мы ожидаем визит Деда Мороза. Потом попробуем, если этот парень выдержит, сходить погулять. Я пойду открывать. Подожди, кто же там может быть? Идем, идем. Еще! Не знаю. Слышу, слышу. Живет. Заходи, дедушка, мы с Ваней ждем тебя, заходи. А где твоя мама? А где твой папа? Купается. Купается? Ну ладно. Значит, мальчик, смотри, пришел я к тебе с подарком.